В городе Назарово продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии. Напомню, во вторник вечером на несколько часов без воды остались больше 50 тысяч человек. Порыв произошел на центральном водоводе магистральной сети. В части жилых домов вода появилась в половине третьего ночи, но в течение дня давление по городу было снижено, что доставило немало хлопот жителям верхних этажей. Вовсе без воды остались жители окраин и назаровских поселков. К ним с обеда воду подвозили техникой. На улице, где произошел порыв, затопило десяток домов. Там работали насосы. Предварительная причина аварии – сильные морозы, ниже минус 30. К слову, сети, на которых произошла авария, новые. Их меняли год назад. Сейчас без воды продолжают оставаться несколько сотен квартир. Полностью восстановить водоснабжение всех назаровских домов надеются сегодня к полуночи, если удастся установить место самого порыва. Котельная, которая из-за аварии также осталась без воды, продолжает работать и обеспечивать теплом жителей сразу нескольких поселков. Открываем воду, смотрим, откуда поступление воды, потому что точно определить именно на этой трубе, на полиэтилену, невозможно. Первые вскрытия сделали, открыли, посмотрели, двигаемся дальше. Я думаю, что мы, в общем-то, что бригада, что работники уже у цели. Населению и объектам социальной сферы беспокоиться нечего. Теплоснабжение которых осуществляется от котельной разреза Назаровский, туда подвозится и организован подвоз воды, котельная работает в штатном режиме, вопросов нет.